Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Здрасте, тетя Алла. Добрый день, тетя Алла. Добрый день, мои дорогие. С чем это вы пожаловали? Вот пожаловали, вот с этим. Вам енот ж передал. Говорит, может пригодятся. Конечно, пригодятся замечательные салфетки. Спасибо. А еще мы пожаловали с загадкой. Да, нам Леша загадал, а мы разгадать не можем. Что ж это за загадка такая? А вот такая. Рвать цветы легко и просто людям маленького роста, но тому, кто так высок, нелегко сорвать цветок. Но это же не загадка, это стихи про жирафа. Ой, да. И правда, а мы не догадались. Жирафу действительно нелегко сорвать цветок. С такой длинной шеей трудновато нагибаться. Тетя Алла, а вы можете нарисовать жирафа? Конечно, могу. Смотрите. Ну-ка. Так. Длинная шея. Не-не-не-не-не. Так, это вот шея, да? Это туловище, да? Да. Так. Ноги. Ноги. Небольшая голова, ушки и маленькие рожки. О-о, и маленький хвостик. Ой, какой хорошенький. Вот бы нам такого в домашний зоопарк. Ну, давайте сделаем жирафа вместе. Давайте. Ой, а из чего делают жирафа? Да, из чего? Ну, мы можем сделать объемную картинку с изображением жирафа. Вот из этих салфеток, которые мне передал енот Енотыч. Ну и придумщица же вы, тетя Алла. Так, с чего начнем? А начнем с того, что вырежем нарисованного жирафа. Да. Он нам послужит выкройкой, которую мы обведем на оранжевой салфетке и на картоне. И что, все это нужно вырезать, да? Нет, Коксик, не все. Нужно вырезать только жирафа из салфетки. Вот, видите, какой он получился? Ой-ой, а можно я вырежу? Я стараться буду. Конечно, можно. Вот, держи и вырезай. Спасибо. Я тоже хочу помочь. Хорошо, Шунечка, ты можешь вырезать пятнышки. Я сейчас их нарисую на коричневой бархатной бумаге. А ты их вырежешь. Хорошо. Потому что у жирафа шерстка покрыта коричневыми пятнышками. Вот, держи, вырезай. Хорошо, я быстро. А я пока сделаю гриву жирафу. Вдоль шеи приклеить маленькие петельки из коротких ниточек. Тетя Ал, я его вырезал. Ой. Вот молодец, Коксик, очень хорошо, аккуратненько сделал. Сейчас мы совместим контуры на картоне и вырезанного жирафика. Вот. И пятнышки тоже можно приклеивать. Я их вот вырезала. Молодец, Шунечка, очень хорошо. Давай сюда, мы их сейчас разложим и приклеим. Вот так. Вот такие пятнышки и на ножках, да, и на спинке. Тетя Алла, а вокруг жирафика можно наклеить цветы. Раз он не может их достать, пусть гуляет и любуется ими. Ты здорово, Шунечка, придумала. Ну, конечно, можно. Давайте сделаем цветы из этих самых салфеток. Наверное, красиво получится. Да точно красиво. Салфетки-то о какие яркие. Так. Ой! Вот вам. Ой, целая полянка цветочная получилась. Ну вот, все и готово. Ой, здорово. Нравится? Получилось. Очень красивый жирафик, нравится. Спасибо, тетя Алла. Да, спасибо. Нужно скорее показать его всем. Тетушке Матильде, Енотычу, Зубку. Точно. Хорошо, бегите, только сначала не забудьте попрощаться с ребятами. А, да. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.